Если вы слышите статичный шум или другие фоновые звуки, есть вероятность того, что ваш телефон прослушивают. Возьмите свой смартфон и проверьте это прямо сейчас. Для того, чтобы активировать код, наберите его и нажмите кнопку «Позвонить». Этот код позволяет получить информацию о включенной переадресации звонков, сообщений или других данных. Это очень удобно, если вы хотите проверить, не шпионит ли кто-нибудь за вами. С помощью этой команды вы можете узнать, на какой номер производится переадресация входящих вызовов, если iPhone выключен или находится вне зоны действия сети. Этот код самый полезный, позволяет отключать переадресацию всех звонков. Таким образом, принимать их будете только вы. Еще несколько полезных секретных функций. Предоставляет информацию об определении номера входящего абонента. Показывает информацию о блокировке исходящих поддерживаемых сервисах, таких как звонки, SMS и других данных. Отображает информацию об ожиданиях вызова. Этот позволяет узнать уникальный номер email любого смартфона. Так называемое меню Джеймс Бонда. Здесь и информация о сим-карте, и уровень сигнала. Сотовой сети даже нашлось место показателям приема сотового сигнала. Все данные, кстати, оперативно обновляются. Проверили? Понравилось?